Гильназ Шарифзянова 7 лет в индустрии красоты. Все это время занималась в основном депиляцией. Но свой день рождения получила звонок от соцзащиты с предложением оформить соцконтракт. Молодая женщина в одиночку воспитывает 3 детей. На расширение своего бизнеса от государства она получила 280 тысяч рублей. Я была такая счастливая, когда мне позвонили в день рождения, 24 ноября, и сказали, что тебе все, приходи подписывать договор. Это прям было для меня вообще, потому что у меня уже все было, уже план уже был весь расписанный. И то есть я уже знала, куда я ждала, в общем, только деньги. Косметолог медлить не стала. На 250 тысяч закупила оборудование и мебель. Так в ее студии красоты появился аппарат для гидропилинга, электроэпилятор, стерилизатор. Расширился и спектр услуг. К спа-процедурам добавились миостимуляция и прессотерапия. Среди ишеевских женщин популярность набирает вот такая процедура прессотерапия. И все это благодаря соцконтракту. Оставшиеся 30 тысяч рублей Гильназ потратила на обучение, чтобы на полном основании делать своих клиенток красивыми. А так я еще работаю в больнице. Я сперва стала косметологом, а потом я, получила медицинское образование и пошла работать туда, и сюда, и в общем везде. В 2022 году соцконтракт должны заключить почти 4,5 тысячи жителей региона. На это выделили 442 миллиона рублей. А все подробности по его оформлению можно уточнить в отделениях соцзащиты. Рената Люлова, Даниил Сурков, Улправда ТВ из Ульяновского района.